Молодец, Ксюша. Шарик у нас молодец. Вон наша газель едет. Тут надо будет несколько вот этих кочек срезать. Это торфяные, они, земли-то почти нет на них. Подсушить и в печке сжечь. Вон, смотри, какие огромные. Они сантиметров по 30 вверх. Как они образовались, видимо, вон, даже отсюда видать, гляди. О, посмотрите, какие редкие цветочки растут. Пойдем набрать надо. Это гвоздика полевая. Вот, смотри. Символ свободы Англии, если я не ошибаюсь. Это Франции. Посмотри. Это редкий такой цветок. Пойдем, когда можно будет набрать. Посмотри, какой он красивый. Так. Ну все. Держи сейчас. Подожди-ка. И вы что, по нему поперлись? Да. Держи. Его отсутить надо. О, смотри, Валя! Он в болото залезет! А, я набрал! Я думала, так бывает только в мультиках. Нет, зачем он так побежал-то? Со всей дури в это болото. Да еще в том болото. Так хорошо, только влажно. Она мне опять болит. Надеюсь, там болото, как мы пройдем? Сейчас идем, все. Сейчас на тот берег пойдем. Вон она, колодка. Самая крупная, какая здесь есть. Наверное. Сейчас лопаты будете брать. Так, знаете, Тихонович. На, отнеси вот это вот. Дядя Витя, чтобы положил на сиденье. Скажи, шарика сняли? Цепочку положи туда, а он пусть теперь бегает. Вон наши остальные идут. Тихонько все. Подтягиваются. Берите теперь там, что есть. Рукавички, лопаты. Добавим конкурент вот. Подходите. Лопаты берите. Вот я все пробежал. Нет, не удивился. Ой! Да я в болото залетел. Откуда? Да я ведь промок вот до сюда. Откуда? Я хочу съесть. Закрепи машину, чтобы она не пошла. Денис, машина может сейчас поехать назад. Денис, не подходить, уйди отсюда. Давайте я вам достану вначале. Давай. И на будущее имею в виду, это беда рядом, потому что смертельная беда. Так, дети, отойдите, пожалуйста, от машины подальше. Так, берите мешки, в которые будете ложить. Берите, тащите. Ребята, берите вот мешки, идите сюда. Ребята, мешки берите. Я взял. Ваша банка сейчас без ошейника. Куда будете корень солодки складывать? Потихоньку. Они пить просят уже. Да. Пить рано. Никаких пить, только дошли. Полтора часа поработаем, тогда первый раз пить. Так, не пьется. Так, берите лопаты. У меня горло. Андрей, извини. Лопаты бери. А куда мне можно бутылку? Андрей, лопаты не ты. Вот, держать очень хорошо. Вот так вот, смотрите. Я с тобой. Посмотрите, как я держу лопаты. Я говорю, на меня смотрите. Обязательно сказали, вот так вот держите лопату. Паша, я говорю, а ты стрекочешь. Я младший. Вот так вот держите лопату. Около себя идите. С этой стороны, чтобы никто не шел. Она очень острая. За мной пошли. Семь лопат. Аня. Так, что, есть еще? Пошли, баб, с вами. Семь штук, все. Баб, забрали. Пошли, вот сможешь с Пашей. Аня. Лера. Аня. Мешки и лопаты.
ходить. Я лопату, он лопату. Умрет. Ну почему же? Возле нашей речки воды. Шарик-то доведем с тобой, шарик. Он умрет, Вань. Не умрет. Смотрите, тут может быть вода. Паша, где ты уже в сапог набрал? Чего набрал? Паша уже туда заходил, в сапог набрал уже. Ну, все сделай. А все равно. Шарик, наш шарик, вон он. Прячется шарик, наш шарик. Молодец, шарик. О, какая высокая. Он здесь, здесь, здесь. О, он здесь у нас, у нас. А где шарик? Здесь он. На кочки наступайте. Вот, идите вот по тропинке. Куда вы пошли по тропинке? Идите за всеми. По тропинке идите. Ксюша, куда ты пошла? Идите. Друг за другом идете. Друг за дружкой, иди. Так, решите, я пройду вперед. Так, аккуратно идем. Не на... Друг за дружкой. Друг за дружкой. На кочки наступаем. Так, разрешите мне. Идем. Идем, идем мы. Какая тут густая трава. По траве там тащит. За мной. Ну вот он. Так, вот это непростая. Вот смотри, аппаратуру не замечу. Угу. Каждый год-то сухо было, а нынче, видите, дожди идут. Как говорят, туристические лагеря. Вот это туристический день. Следующий день мы едем, допустим, на работу. Рабочий лагерь. Трудовой, пошли на огород. У нас все меняется каждый день. Это вот сюда мы проехали, около 4 километров прошли, ребята. Это чего-то стоит. А вот пройдем, не пройдем, молодец, смотри, не рухни, только за мной летит. Паша. Паша, куда ты? Паша, ты не иду. Погоди, строй. Строй, иди. Строй, встань. Встань вот туда. Аккуратно идите. Так. Осторожно. Шарики, сидите. Да ты чё, блин, падаешь? Да шарик! Ой, где-то у меня. Вот вода пошла. По кочкам старайтесь наступать, на кочки. На кочки? На кочки стараемся наступать. Стараемся. Не утоните дядю. Да, вода пошла. Стоп. Посмотрим, что у нас тут. Да, болото. Шарик меня напугал. Я не могу. Вот вода настоящая. Тихо. Опа. Вот она. Смотрите, где шарик. Дальше не ходите. А еще это Полина. Там ручей течет. Это шарик? Надо было доску взять с собой. А можно по лопатам пройти? Нет? По лопатам пройти, не пройти. Не пройти? Ну-ка подожди. Можно перешагнуть. Ну подожди. Да стой, Ваня. Куда перешагнуть, а там дальше там течет ручей. Нет. Надо найти, где место свободно. Вот оно. Ну-ка назад. Смотрите, кто там. Держи. Откуда он? Вот и что он там бегает. Что он не утонет? Он не утонет. Он умеет плавать. Зачем? Там можно перешагнуть, наверное. Это все грязь. Смотрите. Кто-то так, там вот так вот на эту вот. Тут держите, а я туда перейду и оттуда постараюсь лопатой. Это так ползает. Да это шарик. Так, смотрите, тут по колено воды. Тихо. Стой. Давайте лопату сюда. Уйди отсюда. Еще лопату дай. Блин. Лопату. Лопату давай еще. Одну. Вот еще есть. Так. Давайте потихоньку становитесь, я буду переводить. Дальше пошло легче. Лопату, на лопату становись. Ногами поперек. Ногами поперек. Все, уходи, Ваня. Куда ты на одну встаешь? На несколько вставай. Потихоньку. Подожди, подожди, маленечко. Лопата отошла далеко. Давай.
Так? Давай, давайте я пойду. Потихоньку на лопатку. Смотрите, я хороший. Вы руку ногу поднимаете, подождите. Давай. Ой. Вот так. Страшно. Вот, проходите. Так, подходите. Вот вот здесь вот я утону. Давай, остановись на эту. Смотри, потихоньку. Так. Ты чуть меня не по морде. Так, ногу повыше. Хорошо. Давай, ногу повыше. Стой, не торопись. Давай, остановись на эту. Иду, иду, ай. Так, на эту остановись. Иду. На эту, дальше. Все, проходите дальше, проходите, уже все прошли. Ноги. Давай. Мы со всей перейдем. О! Давай. Дарик! Я на точку встану. Дарик, мне! Вот так, по лопатам. Дарик, опять в воде. Ой, так, проходи. Проходите там, вон она, начинайте копать. Мы дошли. Куда, куда ты полез? Ну куда ты лезешь? Ну глаза открой. Что ты один сюда заляпался? Давай, проходи. Это я виновата. Ну маленько, ты люди виновата. Давай руку. Лопату. На лопату, на лопату. На лопату. Вот так. Перелезла. Так, берите спасибо лопату. Лопату-то возьмите. А кто теперь возьмет? Лопату давайте возьмем. Так, слушай. Ну все, начинайте, у кого лопата есть, Игнатьич мне сказал, начинайте копать. А где это вот? Ну что, где? Вот она. Но у нас нет лопаты. Я только знаю, так что у меня есть. Так вы убежали, лопаты-то оставили. Огнюша, покажите корень соловки, где? Огнюша! Огнюша! Ну вот это большие растения-то что, вы не видите, что ли? А, вот это? И вот это, да? Паша, куда пошел? Вот же он и есть. Пошли дальше пройдем. Куда-то пошел? Вот здесь копать, Паша. Нет, с разных сторон. Фрося, так сломаешь лопату. С разных сторон обкапывать надо. А мой мешок кто взял? Посмотрите, у кого в мешке молоток. Вот он. Так, идите сюда, сейчас мы распределимся. Ко мне сюда все подходите. Лопаты ставьте вот так вот рядом. Лопаты втыкайте рядом. Паша, неси лопату. Сейчас помолимся, еще у нас пойдет как положено. Так, и все в стороне. Ну ходи сюда, не отделяйся, как фарисей. Давай. Лопаты все нет. Вон, а где Паша, остальные лопаты? Паша, вон у Паши. Ну давай лопату, сказал. Подожди. Значит так, лопаты заведует один, но может давать и другому. Виктор Николаевич, подходи. Выбирай лопату какую. Самую длинную. Так, с Виктором Николаевичем кто идет? Из маленьких. Так, иди. Вон Вику пусть берут. Так, еще одного туда. Можно я? Ну иди тогда с ними. Паша, лопата упадет сейчас. Иди туда подальше, вон где-то. Можно я? Иди мешок я один с тобой сразу. Взяли? Взяли уже. Дальше. Кепку одень только, напекет так голову. Никита, выбирай лопату. Так, два человека с ним, иди с ним. Я тоже хочу. Так, иди с ним. Иди вон туда подальше куда-то. Подальше от него метров 5-10. Ксюша, иди, иди. Не отвлекайся. Так, копать умеешь? Выбирай лопату. Давай. Так, кто с ней пойдет? Я. И Аня утонет. И Аня. А может с вами гнать тихо? Аня, пошли с нами. Ну давай. Да что вы? Кто у меня главный будет? С тобой пойдут, как со взрослым. Давай. Вот. Бери вон лопату. На лопату. Бери, я тебе покажу, как делать. Вот, да. Так, кто пойдет с Ваней? Зачем?
пошли. Отойдите двое, трое туда. Что-то где-то это. Руку не суйте, когда там, чтобы не порезали. Так, со мной кто пойдет? Отходите сюда. Трое, отходите. А со мной кто пойдет? Так, теперь на, вот с тобой кто? Дядя, вот отойдите в сторонку. Так, трое туда. Туда, отходите он. Бабе-любе, отходите туда. Двое. Ваня, отойди туда. Ты так, юбку подтяни маленько, пожалуйста. Держи. Повыше. Ваня, еще вот кто? Нестор. Нестор, иди туда. Так. Так, это моя команда? Иван Тихонович, нам куда отправляться? А? В какую сторону отправляться? Ну, где-то туда пойди, вон. Дальше туда. Подальше друг от друга. Это моя команда. Так, это маловато. Мешок. Так. Люба, у тебя мешка нету, бери. У каждого должен быть мешок. Подальше друг от друга отойдите. Так. Еще у нас остались невостребованные. Ну идите, кому пристанете, по одному разбредитесь. Ну, мы с Ваней. Подходите, с Ваней там кто-то. Со мной с ним, дальше сами распределяйте. Тима, нет. Кто никогда не копал, подойдите, я покажу, как копать соломку. Копал? Вот я покажу так, давай. Держи. Мы не любим одну, а копать другой. Ты не копал соломку? Так, отойди соломку. Тихо, отойди. Вот так вот начинаешь дергать, как бы маленько узнавая, откуда она. Теперь вот так вот подрезаешь ее, смотри. Здесь земля мягкая, очень легко копать ее. Так, слушайте. Дальше вот так подрезаешь. Ливия. Лопату не гнуть. Ливия. Лопату не гнуть. Надо смотреть, куда она корень пойдет, найти место. Подожди. Так, подожди маленечко. Вот, теперь мы смотрим. Вот один кустик сейчас будем выкапывать. Ага. Так. Куда это? С этой стороны еще. Еще раз. Если корень туда идет, теперь за него мы потянем. Узнаем, где он идет. Вот он я. Это серьезная работа. Помогайте, помогайте тянуть. Ну-ка давай. Подожди, подожди, потихоньку. Да тряси, чтобы он показал корень где. Руками обламывай его. Показать, куда корень идет. Руки тут будут как у, вот его, у крота. Вот надо найти, куда корень идет. И постепенно подтягивать и обкапывать. А мы туда не вкладываем? Да. Оторвался, да? Да. Не получилось. Не получилось. Потому что нам нужно знать, откуда он пошел корень. Подожди. Убирай землю. Убирай ее. А потом обратно положить, когда уже все будет. Ищи под ней, где корень. Грязи не бойся. Вот корень надо найти, куда он пошел. Тут все на ощупь. Как-то корень хороший попадется. Так все. Вот это, конечно, если я с четвертой стороны копну, я его обрежу. Вот эти все зеленые соломы, да? Вот он оборвался. Да. Так, убери голову, отодвинься дальше. Вот она хрустнула. Теперь мы его найдем, все равно. Убери голову подальше. Лопата соскользнет, уйди дальше. Вот тут надо теперь смотреть, где у него корень. Вот он пошел. Вам видно корень? Да. Вот это он и есть. Куда он идет? Идет туда. Значит, теперь вот так его надо подкапывать. Вот, маленечко. Он куда пошел? Вон на тот корень. Это хорошо бывает. Руки бери. Метр два. Береги. Вот один соронку. Расковыри, где он. Эта работа очень серьезная. Это не ягоды собирать. Вот. Вот это сейчас, если бы кто-то серьезный был, он бы сейчас начал поднимать его. Этот корень. Ну-ка, кто со мной работает? Арсений, подтягивай корень. Смотри, куда он пошел. Так, Володя. Я на тебя сейчас надену это. Он где сюда будешь? Пошел. Держи. Не, и сюда идет. Вот, ну, вот он идет, все там вроде. Вот он сорвался это. Надень на него колпачок. Где? Туда идет. Туда идет. Сзади вас вон. А сюда, да? Да. Так, подожди. Вот, надо, чтобы руки были свободны. Нажимается, он не защелкивается. Нет, он не заключается. Вот это не корень. Вот он корень пошел.
Что-то не очень-то. Сзади так, а что же такое? Наступил, то, наверное, здесь надо копать. Так, заложите обратно все туда. Все, сверните обратно. Обратно закладывай, Кирилл. Камень, это, все, что снято было. Так. Паша, не копай. Сейчас мы посмотрим подальше, выше пойдем. Так, ну что, Кирилл со мной? Отдайте мешок. Идемте сюда. Это какое-то растение, похоже на него. Так я так же и делал, вокруг копал. О, ну теперь надо смотреть, где у него корень. О, хороший собачка. Давай копай ногами. Копать умеешь, а? Так, все там нашел. Нашел. Вот он, корень уже пошел, так глубоко идет. Он глубоко очень идет. Нет, нет, лишняя лопата. Держи кучку. Никак не наткнемся. Еще выше возьмем. Ваня, вы там нашли, нет? Как он тут выглядит, корень-то? Нестор, нашли! Нашли? Ну, корень солодки. Там слишком это. Давай, давай, давай. Все, подожди, куда корень идет? Где он нашли? Вот он. Где? Вот там, вот. Нет, я думаю, корень. Мы нашли салат. Так у нас две уже. Две уже? Да. А, уже нашли. Ваня, куда корень ведет? О, какой-то. Сейчас узнаем. Копаем все глубже пошел. Но тут его не взять. Слишком глубоко. Вон он пошел. Даже не определишь, куда идет. Ну-ка дай-ка вот сюда. Потом обратно весь заложить, чтобы не было повреждения почвы. Подожди-ка, вперед я наклоняюсь. А зайдите в сторонку. В сторонку отойдите, слушай. Пока смотрите. Вот он. Это все корень солодки уже пошел. Где-то он. Вот он, где обрезанный. Вот он. Видишь, где надо смотреть? Это как корень женьшеня почти что. Так тут наружу растет. Это еще труднее добывать. Тут даже трудолюбивым китайцам не просто будет. Вот где наш мешок-то? Вот, вот на, положи туда. Вот он у вас. Вот один уже нашли корешок. Сейчас посмотрим, чем-то у нас другие занимаются. Прося, а что ты сидишь? Со мной. А, с тобой? Ой, покажи, какой корень. Видите, какой у нас корень? Ух ты, вот это да. Молодцы. Работаем, не сидим. Ну, огня держит, наготове стоит. Вот он, вот он. Вот он, вот он. Вот он, вот он.
Ну что у вас? Нашли? Уже один достали. Ну-ка, покажи. О, уран добыча. Это я скопал его. Отрывайте голову. Он скопал мне. Вы это само-то это отдирать? Конечно, отрубайте. Ну, вот это. Я хотел. Отруби его, проще. Мы нашли целый длинный корень. Вот да. Раскапываем его. Паутина дает. Он, по-моему, ходит вокруг. Вот так, этой. Ты это, Тарасик, не сиди, ты помогай тоже чем-то. Да. Участвуй. Мешок держи на готове. Ты давай держи на готове. Мешок разверни вот эти края. Давай. Заверни их. Да. Ты что делаешь? Место не трогай, пускай он делает. Спасибо. А то он сидит без дела. Вань, можно на пальцы придется испачкать? Да, можно. Надо было вниз. Ну да, давай. Все. Во, уже началось. Начало есть, продолжение будет, значит. Вот тебе корень. Надо было его дальше прокопать еще. Да. Так, не сиди, не сиди, помогай. Помогай давай. Вон он куда пошел, стоп. Вот сколько есть, это уже наш. О, толстенький. Вот он, видно, какой корень хороший. Гляди, он толщиной в палец. Но идет глубь, очень глубоко. Они копают-то правильно, там нет? Да. Корень солодки? Да. И другие растения? А то там в самом начале я начал там из этого, а он... Другое растение, это не корень солодки. Я подумал, что он так от сырости подался сильно. О! Подожди-ка. Куда-то сюда. Подожди-ка. Где у меня там это? Заложи туда его. То есть вот это высокое растение, это не корень солодки? Где-то, да. В мешок, в мешок. Если бы он не шел глубоко по поверхности, мы бы его, знаешь, тут как, вон он какой. Я не знаю, возьмем мы его или нет. Подожди-ка. Это работа, настоящая работа. Вертолеты опять. Далеко. Будете знать, что такое корень солодки, как его беречь надо. Из него чай делают. У нас такой чай есть. О, он туда, он идет еще. Ай! Кусила муха большая. Да, она кусает. Это паутик кусается. Это очень далеко. Так что сразу убивай их. Кусила меня эта муха. Да, вот вот это. Эти ваши мухи кусаются. Да, они кусаются их. То, что убивают, это пауты называется. Пауты. Что? Пауты называется. Пауты? Да, слепень, пауты. Не поймешь, куда он попал. Опять летят? Ну, где-то летят, видимо, да. А когда вышли? Ты попотеешь. Корень солодки от астмы хороший. Но пока его выкопаешь, у тебя астмы уже не будет. Тут такое правильное дыхание будет. Это точно. Не догоню, говорит, да хоть согреюсь. О, смотри-ка. Вот она, держи. Скажи. Ну, ты пошел далеко. Не, не взять. Я его сейчас оторву. Жалко рвать-то его. Шибко хороший. Ого. Смотри, какой. Ой. Учитесь, девочки. Бабушке, если подарите корешок такой, а у нее астма, она будет за вас Богу молиться. Там продают, не поймешь, что в аптеке натолкают. А тут и своими руками. Никита там тоже Колесников уже
выкопали. Ну и что там? О, у вас уже какой. На поясе две. И там еще чуть-чуть. Там видно что-то. Видно. Что уже есть прибыток. О. Хорошо снять. Да, милость Божья. Сегодня жаркий день такой. О, какой получился! О! О! Длинный какой! Сантиметров раз, два, три, четыре. Сантиметров 80. О, баба Валя! О, какой! Он по поверхности шел и очень удачно. Бывает еще даже, Игнат Тихович говорил, там несколько метров выкапывал. Держи. Давай, Кирюша, следующий. А, тут у вас сразу два будут. Нет, это не такое. Витя Николаевич, 80 сантиметров выкопал. 80 сантиметров выкопал. Только узенький такой, узенький. А у нас, мы тоненький? Да, тоненький. Мы только как-то еще копали. Тоненький тоже можно. Сейчас. О! Ого. Оторвалась! Ура! Ура! Слава Богу, а не ура! На! Смотри какая! Угу. Теперь вот эти камушки туда эти. 40. Пласты, все, заложите ровно, затопчите, чтобы не видно было. Ровно, ровно, бери. Прямо клади, прямо его. Во! Кладите там мешок. Еще выше возьмем. Вот так, во! Да шарик мой шарик. Да шарик там ходит.